Чудесный день представляет. Слушай, ну и скукотища. Ага, нигде ничего не происходит, все тихо и спокойно. Что бы такое придумать, чтобы всех повеселить? Ну и чтобы нам было весело. Ага, а то все какие-то мрачные ходят в своих делах. А, я, кажется, придумал. Пойдем. Привет, подруга. Привет. А ты не поможешь мне сделать гнездо для моего будущего яйца? Оно у меня будет первое, и я боюсь сделать что-то не так. Ну, конечно, помогу. Пойдем. Смотри, свободное яйцо. Да, и никто за ним не смотрит. Оно нам подойдет. Геккон! Эй, Геккон! Уже бегу. Ты звала меня? Да, я ухожу на охоту. Посмотри за моим яйцом, а я тебе еды принесу. Иди, иди, ни о чем не беспокойся. Ну что, яйцо, хочешь сказку расскажу? Хочешь? Ну тогда слушай. Жил-был один старый мудрый динозавр, и было у него три сына. Первый сын был хорошим охотником. Второй хорошо рыбу ловил. А третий... Смотри, тоже мне сторож спит. Хватит болтать, давай быстрее меняем яйца. Вот, все готово. Вот так, вот стой. Ой, отлично получилось. Ой, что это? Как это мое яйцо так быстро выросло? А, так это же не мое яйцо. А где же мое? Украли. А, караул, караул, яйцо украли. Помогите, караул. Что это в моем гнезде? Геккон! А, что? Где? Когда? Где мое яйцо? Вот оно. Это не мое. Как не твое? В твоем же гнезде. Значит, твое. Как ты глуп! Ты проспал мое яйцо! Все перерою, все разнесу, но отыщу свое яйцо. Вот еще. Что ты делаешь? Ищу свое яйцо. Но у нас его нет. Я все перерою, все разрушу. Ну вот, строили, строили. Беда, беда, вы не видели мое яйцо случайно? Нет, не видели. Где же оно? Что за день сегодня? Все ищут свои яйца. Вот растеряхи. Я готов, скатываюсь. Где мое яйцо? Здесь его нет. Ты видел, что творится? Тираннозавр все кружит вокруг, ищет свое яйцо. О, вот мы дело натворили. Давай вернем
яйца на их места. Ага, согласен. Вот так. Вот. Где же оно? Что вы потеряли? Свое яйцо. Как потеряли? Я только что проходил мимо вашего гнезда, и ваше яйцо на месте. Там не мое яйцо, а какое-то маленькое. Нет-нет, что вы? Там большое-большое яйцо. Хм, да? Ну, пойдите, посмотрите. Я-то пойду, но смотри, если обманул, тебе не сдобровать. Ваше яйцо, идите. Эй, ты как там? Живой? Живой, только ой, бока все отбил. Яйцо. Мое. Мое яйцо! Дикон, иди сюда! Да, слушаю. Дикон, смотри, мое яйцо! Да. А ты никого не видел? Кто принес его? Никто не приносил. Оно тут так и лежало. Как лежало? Ты хочешь сказать, что у меня что-то с головой, и я не помню, что здесь не было яйца? А ну иди прочь, пока я добрая. Да, ухожу. А может, я и правда сошла с ума? Может, оно и правда никуда не девалось? Я, наверное, слишком волнуюсь и очень устала. Вот и мерещится всякое. Надо поспать и отдохнуть. Ой, мое яйцо. Точно мое. Ничего не понимаю. Ой. А, что? Смотри, куда идешь. Ой, извините, я задумалась. И о чем же это ты задумалась, что не заметила огромного динозавра? Да ты понимаешь, такая штука сегодня случилась. Я прихожу, а вместо моего маленького яйца лежит огромное. Пока я бегала, искала, возвращаюсь, а мое яйцо на месте. Ага, так значит, с моей головой все в порядке. С головой? Ну, наверное, в порядке. Кто-то над нами пошутил. И кажется, я знаю, кто. Ну, держись. Пойдем со мной. Ну что, доигрались? Мы не хотели, чтоб... Мы хотели, чтобы всем было весело. Но шутка была плохая. Мы это уже поняли. Простите нас. Пожалуйста. Прощаю. Так как мое яйцо в целости и сохранности. Но это будет в последний раз. Да, конечно. Конечно, последний. Обещаем. Чудесного всем дня! Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.